Радио «Комсомольская правда. Югра» теперь работает и в Нижневартовске. Медиаресурс, который пришел в наш округ осенью прошлого года, теперь добрался до столицы Самотлора. Здесь радио вещает на частоте 89,9 FM. Все самые актуальные события Югры выходят в эфир 4 раза в день, а федеральное радио работает круглосуточно. Кроме новостей, в его сетке тематические программы, аналитика и специальные проекты. Экспертами комсомолки выступают известные политики, бизнесмены, экономисты и люди искусства. Напомню, что «Комсомольская правда Югра» – первое информационно-разговорное радио, запущенное в округе. А FM-передатчик, работающий в Нижневартовске, уже второй в автономном округе, который запущен благодаря усилиям телерадиокомпании «Югра».